телеканале НТС «Орбит» прогноз погоды. Меня зовут Анастасия. Здравствуйте. Эта неделя будет в меру жаркой, в меру солнечной и в меру дождливой. Завтра в «Орбите» по прогнозам синоптиков переменная облачность, западный ветер со скоростью до 6 метров в секунду. Во второй половине дня он сменит свое направление на северное, соответственно, похолодает и даже пройдет дождь. Днем в «Орбите» плюс 23 градуса, а ночью уже плюс 9. В четверг пасмурно, зато осадков не ожидается, но будет прохладно. Днем плюс 14, ночью плюс 6 градусов. Ветер северный со скоростью до 13 метров в секунду. В пятницу ветер вновь сменит свое направление уже на северо-западный и будет немного теплее. Днем плюс 18, ночью плюс 10 градусов. Переменная облачность. О погоде у меня все. Я прощаюсь с вами. Желаю только положительных эмоций. До свидания.